Всем привет! У нас сегодня дешевая Bluetooth гарнитура, которая имеет крючочки на ушки и микрофон, и блочок, зарядничек. Знаете, почему дешевая? Потому что стоит 6,93, то есть почти 7 долларов. Это очень низкая цена. В предыдущем видеоролике я как раз и рассказывал о недорогой Bluetooth гарнитуре за 5 долларов. Давайте посмотрим на эту. Может быть, это лучше. Что она умеет и какое качество звучания, как передачи в динамичек, и как она передает человеческую речь, сегодня мы проверим. Приходит она в кулечке, запакованном от почты, желтеньком, и вот в таком вот еще кулечке. Внутри идет инструкция с указанием, где что находится. Два вида насадочек в комплекте и третий одет на саму гарнитуру. И микро-USB манюсенький такой. Вот такая вот ярко-красочная гарнитура. Вот эти части у нее полностью из такого очень жесткого пластика. Здесь идут для смягчения такие не силиконовые, а больше назову его так мягкую резину с красным цветом, чтобы не так давило в ушки. Ну, это, конечно, будет создавать некую жесткость. Далее у нас вот эти наушнички, насадки снимаются. И, в принципе, все. Одели, всунули и пользуйтесь себе. Касательно самого блока, видим, есть отверстие под микрофон. Отверстие микро-USB, чтобы заряжать. И вот у нас кнопочка включения в центре. Это же и пауза, и play. А также уменьшение громкости. Вижу, что вот эта часть немножко отходит. Видно, что такая большая щель возле плюсика. Для того, чтобы нам проверить, нам, как всегда, нужно включить Bluetooth и нажать центральную кнопочку и держать несколько секунд. Громко женский голос на английском языке мне сказал «Power on». И вот мы видим, как мигает индикатор. И теперь на телефоне мы должны найти ее. Находит ее просто как ВТ. На английском языке она сказала, что произошло подключение. Одеваем ее на наши ушки. На ушах они сидят комфортно. И теперь включим музыку. Звук, ребята, отличный. Даю послушать вам. Нажимая в центре, мы плеер останавливаем. Еще раз нажав, пошла играть музыка. Теперь мы можем переключать треки. Нужно нажать просто один раз, не держа. И трек переключается. Если мы хотим прикрутить громкость, то нам необходимо нажать и держать. Давайте сейчас заглянем в этот блочок. Аккуратненько мы вскрываем по шву. Крышечка аккуратно снимается. Видим аккуратнейшую сборку и все отлично работает. Даже можно прочитать название микросхем. Аккумулятор здесь виднеется небольшой, на котором нет никаких маркировочных обозначений. Но судя по размерам, я думаю, что где-то здесь около 90 или 100 миллиампер. Если вы вдруг сняли крышечку и не знаете теперь, как ее поставить, где плюс, а где минус, на плате есть подсказка. V+. И внизу есть V-. Поэтому с легкостью можно ее одеть. Вот так вот. Здесь проводок, он с краю немножко скручен. Если его раскрутить, то выходит очень длинная Bluetooth гарнитура. То есть вот с таким вот шнуриком. За шею достаточно закинуть. Сейчас мы ее закидываем и проверяем на телефонном разговоре. В этом нам поможет наш постоянный и очень дорогой мне человечек Валюша. Делаем звоночек Валюше. Валюшка, привет! Расскажи, пожалуйста, как тебе слышно меня, ну и фактически так и будет слышно зрителя. Привет, Сережечка. Ребята, тоже вас приветствую. По поводу качества, уже, наверное, не привыкать, мне тебя хорошо слышно, говорю честно. Ну, мы же не виноваты, что мы покупаем Bluetooth-гарнитуры, в которых нас хорошо слышно. Блочок висит сбоку, и я сейчас хочу включить через динамик, чтобы зрители услышали, что я разговариваю действительно сейчас через телефон, а вот сейчас я разговариваю Bluetooth динамик. И хочу еще показать, насколько далеко я сейчас снял динамика, и я разговариваю сейчас на расстоянии 40 сантиметров. Как тебе слышно? Чувствуется, что ты далеко говоришь. И когда ты разговаривал в телефон, ну, реально было явно, что близко.
голос слышно. Лучше, да. Да, лучше было слышно, ну, но чисто. Дело было показать. Прям ко рту подношу блочок, то, наверное, меня очень хорошо слышно. Да, очень хорошо слышно. Тогда вот людям, кто хочет разговаривать, просто подносит блок к рту, потому что он висит сбоку. Спасибо, Валюш, за помощь. Тебе хорошего дня. Рада была помочь. Обращайтесь. Всем привет. Итак, подведем итог. Дешевая гарнитура с хорошим звуком, что меня порадовало. Крючки, которые долго, ну, не сломаются однозначно. Они очень классные, жесткие. И благодаря большой форме, они чуть больше, чем крючки даже в комплекте, которые идут. Они хорошо держатся на ушках. В инструкции написано, что будут заряжаться 1,5-2 часа. В отношении аккумулятора, сколько он здесь, так и не нашел я информации. То есть ее здесь в инструкции нет. При разрядке она будет говорить вам, что батарея разряжена. И если вы также вам поступает звонок, вам будет поступать информация, что человек, который вам звонит, не имя его будет называть, а будет говорить по стандарту цифры. Напоминаю, что у нас очень много обзоров Bluetooth гарнитур, и часто в спросе и новые заказывают, какие-то уже, ну, выходят из моды, новые появляются. Мы делаем этот обзор и собрали уже целый плейлист. Он находится здесь в подсказках. До новых видеороликов, всем хорошего дня, пока. Ну и конечно, не забывай про конкурс вот в этом видео.